Добрый день, друзья! С вами Ольга на своем канале «Садовые развлечения». Сегодня 29 марта, и мы снова с вами возвращаемся к нашему экспериментальному помидору Любаша. На сегодняшний день он выглядит вот так вот. Сажала я этот помидорчик 27 января. Мы с вами его пикировали, потом вот в эти стаканчики пересаживали. Если вот посмотреть, корешки здесь уже образовались у него. Вот тут вот видно хорошо. И так как я этому помидору уделяю большее внимание, поэтому я сегодня его, этот помидорчик, буду переваливать вот в такие вот большие горшочки. Горшки высотой 19 сантиметров. Диаметр горшка где-то 14 сантиметров. Напомню, как выглядит помидор Любаша. Почему он меня заинтересовал? Потому что томат ультраранний, универсального типа. И как утверждают производители этих семян, от всходов до сбора первых плодов 80-85 дней. И вот поэтому этот помидорчик у нас является экспериментальным, и мы вот его выращиваем. И интересно, когда же получатся плоды. И как утверждает производитель, плоды очень вкусные. Итак, начнем. Для того, чтобы сделать перевалку этого помидорчика, я подготовила вот такие вот отверстия. Таким образом, чтобы вот этот стаканчик спокойно сюда вставал вот так вот. Для чего? Чтобы когда мы будем переваливать, корневая система у нашего помидорчика не нарушилась. На дно горшка я положила обычную салфетку и дренажные камушки. Салфетка для чего? Для чего я положила салфетку? Для того, чтобы земля из дырочек, которые находятся в горшке, не высыпалась. Итак, начнем. Берем обычный помидорчик Любашу и вот так вот по стеночкам аккуратненько от стеночек, чтобы он отошел. И делаем вот такую перевалочку. Одной рукой вот берем и, не повреждая корешочков, здесь у нас тоже дренажный ком, эти камушки, их можно оставить в стаканчике. И аккуратно вставляем, не нарушая ком помидорный, вот так вот в баночку. Аккуратненько. Можно еще один попробовать, вот такой вот помидорчик, то же самое. Так вот аккуратненько отделяем от стеночек. И вместе с комом вставляем сюда. И последний вот помидорчик точно так же. Это делается все очень быстро. И с комом земли вставляем в отверстие, которое мы с вами подготовили. Сверху можно присыпать земелькой. Вот так вот. Немножечко. Вот так вот. И вот так вот мы перевалили наши помидорчики. Вот.
И сверху поливаем коктейльчиком витаминным, который состоит из HB101 и энерген. Извините. Все, поливаем совсем чуть-чуть. Перед тем, как пересадить помидорки вот в эти горшочки, я на дно тоже налила водички, вот так вот. Перед тем, как посадить помидорчик, я в отверстие вот так вот налила водичку. Для чего это сделала? Чтобы сверху помидор сильно не заливать, чтобы не образовалась наша ужасная черная ножка. Ну и сверху, как всегда, против стресса, эпим. Вот так вот обрызгиваем. Для того, чтобы помидорчику помочь с пересадкой. На этом видео закончилось. Будем наблюдать, как растет наш экспериментальный помидор Любаша. На сегодняшний день он вот так вот выглядит. Помидор Любаша. Ну все, будем наблюдать. Всего доброго вам.